Илья Баскаков, новорожденный города-курорта и города воинской славы, родился 20 сентября в день рождения города и сразу стал знаменитым. 20 сентября в 00 часов 18 минут 4 килограмма 76 грамм. Илюша Илья Александрович, богатырь. Весь город познакомился с Ильей вечером на Театральной площади. Я сразу позвонила, ночью уже. Он как отреагировал? Ну, я думаю, что у папы там, наверное, на том конце провода слезка прокатилась. Все-таки обрадовался, сына ждем уже. Вот такой он новорожденный в день города. Большой, спокойный, здоровый и терпеливый.